счастлива, то, что мы посетили это заведение, то, что здесь дети такие открытые, то есть добрые, радостные. Смотришь на детей и радуешься, то, что они развиваются, то, что они что-то нам показывают, и очень позитивное настроение. Мы узнали, что к нам приезжает хоккейная команда «Айкбель», и чтобы подарить им какой-нибудь музыкальный подарок, решили быстро выучить танец. Рада, что к нам приехала сегодня хоккейная команда «Айкбель». И для нас это праздник, для наших детей это праздник. Мы вообще очень любим дружить со спортсменами. Наши дети очень любят спорт. И мы благодарны благотворительному фонду «Урал», что они организовали и эту встречу. И, конечно, за то, что наш центр существует.